Друзья, всем привет! Сегодня такой хороший денек, решили выбраться на охоту. Красавчик! Ну, с Собакиным у нас шансы в три раза умножаются. Иди сюда! И Хантер подарок получил. Птица есть, и это уже хорошо. Пацан бегал, запах оставил. Да, тут переход. И такие вот будни охотников. Сегодня собрались мы с моим одноклассником, с Лехой. Будем идти на фазана. Сегодня мы не только вдвоем, еще с собакой. Какая собака? Радхар. И сегодня у него, кстати, день рождения, 10 месяцев ему. Будем свечи забивать. Да. А куда мы едем? Какое это место? Это Запорожская область, Новониколаевский район. Село Трудовое, вот охотничьи такие угодья. Тут 8 тысяч гектар. Ну, с Собакиным у нас шансы. В два раза. Увеличивается, в три раза. В три раза умножается. В три раза. Даже с точки зрения логики, как фазан себя ведет, да, он ночью, они же спят на деревьях, да, потом позже уже выходят кушать. Но, в принципе, играет роль во сколько и в какую именно местность, да, то ли это будет балочка с травкой, то ли это будет камыш, то ли это будет какой-то лесок. В разное время дня. Время решает, конечно, тоже. Конечно. То есть с утра рано, есть роса на траве везде. Вот. Поэтому птица сидит и дожидается там слегка, чтобы это все просохло. Где-то там 8-9 утра вот, в нынешнее время, да, можно выходить уже на охоту на фазана. Короче, там надеемся, нам повезет. Да. Будем искать. Отсюда пойдем, да? Да, пойдем туда, сейчас протянем село, потом пройдем там на балочку. Только мыши. Вот, а? Шо, я патронташи забыл. А в карман ложил. Так, вот Собакин. Хантер, привет, Хантер. Фазана будешь нам искать? Так, Леха готовится к съемке. Будет наша вторая камера висеть на ружье. Поломалась. Так, а это ружье Лехи. Мосберг, США. Иди на водички попей. На водички. Мы идем на охоту на фазана с собакой. Собачка ходит, ищет по запаху птицу. Угу. Найдя ее, становится в стоечку. Тем самым сигнализирует, что где-то добыча рядышком. Мы в теории должны подойти, подать команду. Собака делает движение в сторону дичи, дичь поднимается, взлетает, нам четко на выстрел. После чего собака должна ее пойти, найти и принести, в принципе, обратно охотнику. Погнали. Хантер, пошли, иди сюда, пошли. Пойдем, давай, ищи. Вперед. Леха решил идти через посадку. Я иду по дороге. Потому что если фазан будет вылетать, он будет вылетать в сторону камышей, а не там. Как идем? Идем, давай, иди по краешку, по над лесочком. Я пойду по леску, будет на тебя выходить на тот камыш. У меня, кстати, турецкое ружье, Magnum Target. Вот это будет тут сейчас написано. Ну, как новичка, она меня ни разу еще не подводила. Какие-то заброшенные дома там. Видели, Хантер бегает, фазана ищет. Собака, конечно, намного проще. Она ищет фазана, она его поднимает, а нам остается только выстрелить, метко выстрелить. Я хожу на фазана.
охоту сравнительно недавно, всего лишь третий год, но у меня уже есть и трофеи. Когда был первый раз на охоте, взял трофейную птицу вальдшнепа. С первого раза трофеи. Ко мне, пошли. Рядом, давай, ищи. Ко мне. Тишина. Я, Леха, Хантер и поле фазанов. Шиповничек. Леха идет внизу, возле камыша. Я на возвышенности, на небольшом расстоянии от него. Ах, согнал, блядь. Тёма, на тебя. Тихо, сел, бежит, стой. Красава. Вот и первая добыча. Леха, красавчик. Давай, иди, 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 иди посмотри. И Хантер подарок получил на свой 10-месячный день рождения. Ставим на предохранитель, потому что в камышах может камыш задеть курок и будет непроизвольный выстрел. Вот такие вот будни охотников. Собаки, ну что? Рюкзак у него. Я его подержу. Держи пушку. Поднял ее троих. Я видел, да, три. Три поднялось, да? Да. Два села там же. Там же? Вернулась. Да, не в начале. О, петушок упал, да? Ага. Молодца, первый. Пойдем. Погодка такая хорошая, не жарко, не холодно. Красота. Наброды есть. Вот этот фазан бегал, запах оставил, он все рыскает. Я вообще, когда собака хорошо работает, то можно идти с ружьем на плече, курить. Увидел, что она стоит в стоечке. Подошел, зарядился, приготовил. И подаешь команду, собака поднимает и делаешь выстрел. Дождаться и не поднимать дичь. Вот это надо учить. Угу. Чтобы собака стояла в стойке и ждала. Вот поднял. Курица. Пошла. Слушай, я хочу перейти на ту сторону и пройти там. Идем. Да, тут переход. Вперед. Вот такая трава началась. Ищи, Хантер, ищи. Грибочки. Я пошел слева обходить, Леха пошел справа. Так больше шансов, что мы кого-нибудь найдем. Хантер взял след. Надеюсь, фазанчик. Петух полетел. Тот, кого мы так долго искали, от нас ушел. Он всю эту дорогу шел, да, получается? За ним, по его запаху. Да, по запаху. С того. После первого посыпались перья, после второго он пошел падать. Птица есть. И это уже хорошо. Ой, иди сюда. Иди сюда. Погрузнись сейчас еще. Давай искать.
Красавчик. Второй. Класс. Молодец, Тёма. Свинюки. Было бы место, куда ложить, забрал бы с собой. Какие-то ребята со штатом поймали белого амура, такого килограмм на 7, наверное. И прилепили на него GoPro-шку сверху, крепежом. И запустили в речку. Сняли видео, как плавает рыба под водой. Камеру привязали каким-то шнурком, потом камеру сорвали, ну, вытащили. Да, сняли подводный мир. О, Хантер взял след. Ищи, ищи, ищи. Молодец, молодец. Молодец, хороший. Молодец, все, 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 все. Давай, отдай, отдай, все, отдай. Отдай, отдай. Давай, молодец, все. Красавчик. Заяц! В зайчика я бы не стрелял, я его выцелить хотел. Пошел, пошел. Петух улетел. Опять петух ушел. Ну ничего, мы тебя найдем. Да, да, да. Собака побежала, наверное, увидела фазана. Давай, Хантер. Фу! Молодец. Красавчик, петушок, Тёма. Добыли. Высокая трава. Отличное место для фазана. Вот по такому приходится ходить во время охоты. Сейчас мы идем против ветра, поэтому Хантер тяжелее улавливает запах. И вот он не почувствовал последнюю курицу. Что там? Шип. Что, друзья, по-моему, хороший результат. 3 петуха, 1 курочка. Неплохо для 4-часовой охоты. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока! Ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ну скажи что-нибудь, давай. Да я подумаю, что я говорю, ты такой молодец. Потом нарежешь вот этой херни, я видел, и ставишь черно-белый. По-любому. А ты всегда так, блядь?